Многие десногорские ребята посещают секцию самбо уже не один год. Самбо – это не только боевой вид искусства, это прежде всего наука обороны. Вот и Кирилл Еврасов уже более 3 лет осваивает эту науку. На тренировках он формирует в себе твердый мужской характер, выносливость и стойкость. Именно этому учит молодых самбистов их тренер Александр Коненков. Наш тренер очень требовательный и желает от нас всего того, что можем. Наши тренировки очень интенсивные и сложненькие. В итоге мы за них побеждаем на соревнованиях. И действительно, занимаются ребята много и напряженно. 6 дней в неделю по 2 часа в день. И хотя Кирилл очень скромный молодой человек и не привык рассказывать о своих достижениях, но, как и все спортсмены, он мечтает о золотой медали. Что я вижу дальше, это, может быть, выиграть чемпионат мира по самбо. Тренер секции, в которой занимается обладатель бронзовой медали, результатом Кирилла доволен. Он один из лучших спортсменов Смоленской области. 23 февраля был отбор на принцип Центрального округа. Там хороший результат показал, отобрался в сборную Смоленской области и отобрался в мужской на первенство России. В данный момент Кирилл Еврасов находится на межсезонье, но уже через пару недель он перейдет на индивидуальные тренировки, на которых юный самбист будет готовиться к первенству России по самбо, которое пройдет в сентябре в городе Ижевск. Надеюсь, что проявит такое же упорство, такие волевые качества, как и проявил на первенстве в федеральном округе. Думаю, подойдем ответственно к первенству России. Результаты весенне-летних тренировок Кирилла увидим в сентябре. И, как говорит сам тренер, ковер покажет. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.